أقسام الخوف. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Мы должны поговорить теперь о видах страха. Страх делится на три вида. القسم الأول. Первый вид. خوف من الله. Это страх перед Аллахом. نخاف من الله لأننا نعبد الله ولا نعبد غير الله. Мы боимся Аллаха, потому что мы поклоняемся Аллаху и никому наряду с ним. فمن خاف من أصحاب القبور كخوف من الله. Если человек боится мертвых, те, которые лежат в могилах, так же, как боится Аллаха, или боится джинов, так же, как боится Аллаха, то это большой ширк, большое многобожие. Второй вид страха – это дозволенный, естественный страх. Например, мы боимся грабителей или боимся огня. نخاف من الحيوانات المفترسة مثل الأسد مثلاً. или боимся хищных животных, например, льва. هذا جائز. это дозволено. القسم الثالث من الخوف. и третий вид страха. خوف محرم. это запрещенный страх. الأب يقول للولد اليوم لا تصلي. например, отец говорит своему сыну сегодня не совершай намаз. يخاف الولد ولا يصلي. и ребенок боится, сын боится и не совершает намаз. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. нельзя подчиняться творению, ослушиваясь творца. يذنب بعض الناس. некоторые люди совершают грехи. يخاف ولا يستغفر. и боится и не просит у Аллаха прощения. هذا خوف محرم. это тоже запрещенный страх. المهم عندنا من الخوف الأول أهم ما يكون. самым важным видом страха для нас является первый вид страха. أننا نخاف من الله. что мы боимся Всевышнего Аллаха. ولا نخاف من أحد كخوفنا من الله والله أعلم. и не боимся никого так же, как боимся Всевышнего Аллаха.